Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Жить жизнь». Экранизация любого бестселлера всегда является большой ответственностью. Создатели сериала «Жить жизнь» обстоятельно подошли к своей работе, поскольку популярность книги, вышедшей в 62 странах мира, изначально поставила продюсерам и режиссеру высокую планку. Оплошать перед миллионами читателей ни в коем случае было нельзя. Поэтому в производстве первого сезона принимали участие лучшие, начиная с актеров, заканчивая закадровыми специалистами. В основе сериала «Жить жизнь» лежит одноименный роман Анны Богинской. И читатели прекрасно знают, что финал книги открыто говорит о продолжении истории. Поэтому стоит запастись терпением и ожидать выхода новых серий. Производственный процесс второго сезона официально еще не стартовал. Но затягивать с этим продюсеры вряд ли будут. Вероятнее всего, премьера новых серий состоится не ранее весны 2024 года. Напомним, что после публикации романа «Жить жизнь» вышло продолжение под названием «Грех прощения». Финальной же книгой трилогии стало произведение «Код. Вознаграждение». Поэтому зрители ждут выход не только второго, но и третьего сезона. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или второй сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях.